В декабре заместителю начальника отдела молодежи и спорта Чимчирской администрации Фаине Кондратьевой пришла идея провести большую онлайн-перекличку любителей и мастеров фото. По второму образованию девушка-искусствовед говорит, что это во многом определяет вектор ее работы. Конкурс стартовал в декабре, и уже в январе организаторы начали получать на свою официальную страницу в Фейсбуке первые фотографии. Первый этап длился январь, февраль, март. 3 месяца присылали нам работы. На сегодняшний день приняло участие в нашем проекте 53 человека из 7 городов Абхазии и 7 городов России. Около 600 работ оценила конкурсная комиссия. В состав конкурсной комиссии входят специалисты, профессионалы своего дела. Среди них председатель Союза художников Абхазии Виталий Дженя, фотограф Ибрагим Чкадуа, художник Борис Ашуба и французский фотограф-пейзажист Тьерри Кергроак, который любезно согласился помочь оценивать наши работы. Он очень заинтересовался и нашей страной, и проектом, и хочет помочь нам и нашим, в том числе, юным фотографам прийти к своей цели, научиться делать хорошую фотографию. Главной целью конкурса организаторы называют популяризацию Абхазии, показать наглядно разную яркую, черно-белую, грустную и веселую страну. Так говорит Фаина Кондратьева. А 15-летний участник конкурса из Чимчиры Дамир Джопуа говорит, что фотография – его путь к самореализации. Я занимаюсь фотографиями уже чуть больше года, с тех пор, как закончил фотокурсы в Доме множества нашего города. А для меня фотография – это один из способов самовыражаться. Ну, я ищу оригинальность в каждой фотографии, пытаюсь сделать ее чуть более интереснее, чем предыдущие варианты. Фотографией я планирую заниматься, пока терпение не иссякнет, наверное, долго. Требование к фотографиям в конкурсе одно. Они должны быть сделаны на территории Абхазии самими авторами. Номинаций более 10. Всего в первом этапе конкурса приняли участие 53 человека из 7 городов Абхазии и 6 городов России. Прислано более 500 фотографий. Роксолана Борисова, участница из Сухума. Девушка говорит, что фотография для нее способ самовыражения. Что для меня фотография? Это, наверное, современный инструмент, который помогает человеку самовыражаться, помогает запечатлять какие-то веселые или не очень моменты, которые, наверное, больше никогда не повторятся. Почему я решила участвовать в этом конкурсе? Наверное, для того, чтобы испытать какие-то новые эмоции. Это первый мой опыт участия в таких вот конкурсах. Я думаю, это очень здорово. О том, какие призы ждут победителей, автор проекта еще не говорит, но отмечает, что они обязательно будут. Сейчас начинается второй этап фотопроекта. Он продлится до июня. Третий этап – июль-август 2020 года. И в сентябре мы планируем после оценки, финальной оценки работ, устроить выставку финальную и объявить победителей. По результатам, когда будут выбраны самые лучшие, характерные, острые такие характерные работы, мы составим альбом-презентацию Республики Абхазия, которую сможем представить жителям других стран, чтобы рассказать об Абхазии. Организаторы надеются сделать конкурс традиционным и ежегодным. Элеонора Гилоян, Абаза ТВ.